Всем привет! Сегодня мы приехали на пляж. Народу тут, посмотрите. Народу уже много. Ну, не так, как на городском пляже. Все равно меньше. Вы догоняете меня? Ну что, она никуда сейчас не сдвинется, песок-то горячий. Песок горячий, но терпимый. Но для Вилишки, мне кажется, все равно горячий. Ну вот. Хотели мы приехать, когда жарко. Сегодня у нас 27 градусов. В принципе, очень даже хорошо. Сейчас мы пойдем куда-нибудь. Берега тут хватит всем. Куда-нибудь двинемся. Что вы одели? Босиком? Ну, давайте босиком. Сейчас так вот поснимаю еще. Что, пойдемте? Не хочет одевать? Слушай, он горячий, она не пойдет по нему. Он вообще горячий, он жжет мне ноги. Пойдемте. Сейчас там побегает хоть маленько, да? Красота. Слушайте, красотень такая. Обалденная. Мою мартышку так несет он. Все. Да горячий песок-то вообще. Я вот иду в шлепках, мне горячо. Видите, паута на разделе? Нет никого? Ничего не вижу, никакого паута. И, кстати, паутов-то они же были только по дороге, да? Тут-то вообще вроде нет паутов. Да, что-то мы с той стороны хотели заехать, с другой стороны пляжа. Но мы дороги сюда не нашли. Ну мы сейчас с тобой по этому и велишь. Пробежимся прям туда. Бежим. Да ведь? Клево. Сейчас водичку поднимаем. Мартышка так и едет на папе. Че, будем ходить-то по воде? Нормально, нет?
Ай-ай. Какая собака здесь. Сними, пусть в трусах ходит. Я взяла ей. Трусы взяла запасные. Давай сюда. А он в трусах прыгает, Катя. Да ладно. Что, хорошо? Сегодня хорошо, да? Ребенок у нас вообще. Все. Добралась до воды. Все. Yeah.
Копай, помогай, папе. Что, не зря полотенце взяла? Вот тут яма Сергей. Ну не купай ты. Эвелин, пап, не вижу. Эвелин, давай-ка ближе к берегу, тут тепло. Собачки вон такие бегают там. Большие собачки. Купайся около берега, Эвелин. Полотенцем на нее. Сними-ка футболку-то, пусть в трусах, да в полотенце пока посидит. Все, нет, не все, грейся еще. Все, окалела. Да. Все, я готова уже снова бежать. Давай, купайся. Пойдем побегаем. Дай погреемся чуть-чуть. Дай-ка погреемся. Иди ножки погрей. Пойдем ножки погреем. Еще отпусти. Ножки погреем, еще отпусти.
что сегодня мы отдыхаем на пляжу. Елка у нас купается. Не, мы сами не знаем, может быть еще было теплее. Мелочь-то, что она тут около берега плещется. Мы ненадолго сюда приехали проверить. Ну, народу, конечно, меньше, чем на городском пляже, это однозначно. На. Давай, ложись. Мы сегодня поотдыхаем здесь. Видишь, что гоняют эти даже, да, лодки. Иди сюда. Все, раздевайся. Снимай труселя, будем чистые одевать. И платьишко. Все, хватит на сегодня. Все, да, мы потом еще приедем. Да не буду это снимать. Ладно. Я ж как-нибудь взял. Подожди, подожди, дай ее обувь. Давай платье. Платье. Ну, срал там. Ну, да, все не срал. Довольно все, платьишко одеваем и выходим. Все, Евелиша, все на сегодня. А, это пипец. Это хороший. Все, накупались мы с Мелкой. Ничего не забыли. Идем домой.
Трусы. Поправь-ка ей платье. О, хорошо. Сколько мы тут были? Меньше часа мы были. Но если к воде, Велиша у нас постоянно туда лезет. Хватит. Нам потом не уйти просто без ней будет. Поэтому. Нормально сейчас? В носочках-то хорошо, да? Сейчас хоть не жжет и Велиш тебе. Ну давайте. Всем приятного просмотра. Ну и пока-пока.